Югорских футболистов вызвали в сборную России. Национальная команда начала подготовку к элитному раунду отбора на чемпионат мира 2020. На тренировочный сбор в Подмосковье отправились Данил Давыдов, Николай Шестеров и Андрей Афанасьев, выступающие за «Газпром Югру». После команда полетит в Хорватию, где сыграет со сборными Словакии, Хорватии и Азербайджана. Победитель группы гарантирует себе участие на чемпионате мира. Он пройдет в сентябре в Литве.